Проклеили первый слой. Фиброповлажающий материал разогревается, наносится и прикатывается валиком. Таким же образом в багажнике, на арках, в крыльях, на полу, насколько это возможно, сплошняком проклеивается. Двери, внутренний полость двери. И крышу таким же образом наносим, прикатываем. Проклеили под панелью также материалами антискрипа, вибропоглощающими материалами. И приступаем к нанесению второго слоя.